Экспертная комиссия знакомится с более чем полувековой историей промгиганта. Белшина – номинант международной бизнес-премии «Лидер года 2022». Сперва специалистам показывают, где рождаются покрышки. После – фото на память на фоне самой большой шины в мире. Ее диаметр – 4 метра, вес – 6 тонн. На Кубе очень понравились такие шины, которые мы производим. Мы до ковида купили много из ваших продукций. И думаю, что скоро будем покупать еще. Держусь тоже, что же производят. Примерно вот такой большой шины. Наша дружба вот такая большая. Основные критерии, по которым выбирают лидеров – наращивание экспорта, запуск новинок и главный тренд – импортозамещение. И здесь предприятие сделало уже немало. В планах к 2025-му – занять 50% внутреннего рынка. Есть в испытаниях шины нашей отечественной R19. Это тот продукт, который на сегодняшний день очень востребован на внутреннем рынке, в Российской Федерации, в Казахстане, в других странах и в самой нашей стране. Поэтому этот продукт, это, я думаю, не окончательная точка, потому что технологи работают, конструкторы над новыми моделями, и это очень правильное направление. В числе номинантов и ТДИА. Здесь эксперты сразу же обращают внимание на колесные диски. Затем им презентуют знаменитый трактор «Беларусь-622». Высокая производительность и современный дизайн – все это про него. Панорамная кабина позволяет достичь максимального удобства в работе оператора. Технику оценили уже в 40 странах мира. Представление было несколько иное, как это делается. С учетом того, что предприятие очень сложное, поразило и культура производства, высокая автоматизация всех процессов. Огромное впечатление, очень понравилось. На данном предприятии спектр продукции впечатляет. Здесь производят ту технику, которая нужна и для жилищно-коммунального хозяйства, и для малых, так скажем, хозяйства агропромышленного комплекса. Сердце предприятия – цех сборки тракторов. Комиссия оценивает новую линию обработки валов. Мощность 18 современных обрабатывающих центров – 500 тысяч единиц в год. Предприятие не просто работает, мы показываем положительные результаты. Все показатели социально-экономического развития, доведенные бизнес-планом, мы выполняем. Отгрузки и реализация продукции на сегодняшний день, она, я говорю, приумножается, и рынки остаются теми же. Мы не потеряли и европейский рынок, увеличивается реализация в Российскую Федерацию и на местном рынке. Международная бизнес-премия проводится уже в 7-й раз и только набирает обороты. Впереди у экспертного совета визиты на десятки предприятий страны. Кто станет лидером года, узнаем в декабре. Итоги подведут в Минске. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.